1 июня 2021 год. Вот еду с Барнаула. Игнат Тихонович, все, на постоянное место жительства уже на лето. Вот. В этом мире встречаем. Что он кот встречать идет? Белый бежит тоже. Котка. Он не встречать, он думает, мясо привезли. Не знаю, что он думает. Куда надо? Она, смотри, она за рулем. О, я тебе в своей шапке оригинальной. Пилотка. Какая здесь пилотка? Пилотка американского матроса. Почему? Христос воскрес, Игнат Тихонович. Он не слышит тебя. Христос воскрес. Да, да, да. Давайте, ребята, смотрите, что здесь снять, а остальное туда сразу. Там мука, сахар, все есть. Что, вдвоем что ли? Мука, сахар, да. Вся бригада. А разве мы не сзади загружали? А, подожди. Надо же как грузили, так и брать. А что-то зачем здесь откроешь-то? А что брать туда? Муку туда. Или мука у вас туда, на лабас. Вот это, на лабас. Это никуда здесь выйти. Это же лапша. Ну, кому-то дадите китайское кушанье. Первый раз такое название. Спаржа. Главное, держи там. Ревизию будем проводить. Держи, чтобы компьютер не упал. Нет, компьютер хорошо стоит. Я думал, тут... Давай. Тут ляда летит. Вот с тобой что еда сюда улетит. Ляда летит. Так, Володя, возьми тут яблоки, что-то на стол. Яблоки берем. Голубь. Вот она, слышишь? Канистра, канистра, вот она. Ага. Сейчас по одному это вытаскивай, вот этот вот мне главное, занеси туда, сегодня мне установить его. Здесь пыли наелись. Ну убирай там, Надежда Васильевна видна. Жарко было, открывали? По порядку связано. А это тряпки куда хочешь, костюмы я набрал там. Берем на траву пока. Сгодится. Мешки. Хозяйстве. Надежда Васильевна. Так, это сейчас я буду. НВЛ. Ну все, поднись только, бери за эту и поднись, и мы пошли. Так, оргтехника. Техника. Вообще здесь давно не носит. Теряемся первый раз. Первый раз компьютер несет в Потеряевке. А? Ну сейчас разберемся. Ты еще историю, да? Не научил, пришла туда в тот дом. И видел запись. Идет запись до интернета. Убежала. Сразу. Шарик, шарик, шарик. Шарик. Да, да, да. Знаменитая телега. Да, да, да. Стоит на приколе. Ждет своего очередного часа. Дверь, дверь. Комарики. Все. За нас компьютер. Пошли. Теперь там легче будет. Ну, наконец-то я тут приехал. Подождите, я Шарика поздороваюсь. Он прямо из себя выходит. Ой, 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 вот это рвет. Ой. Да мы даже в ясную были. Ну, какой ты хороший. Да гладенький такой. А, Шарик. Просто не удался. Собачье большое сердце. Так называем. Ой, пошли. Показать, что забрать. А остальное туда. Ты определи сахар туда брать. Надо на туда или нет. Или сюда его. Ой-ой-ой, какая у меня там беда тут случилась.
это пила твоя. Вот здесь вот все цепи, все, что мог, собрал. Где, здесь? Да. Все там. А, ну вон оно. Ага. Это у меня березовка и сосолодки накоплены. Так, это от Володи тут подарки, это яблоки тут все забирайте. Это туда. Туда. Так, вот это тоже Володя забрать. А, ну туда, значит, туда. Они, видите, заморожены, наверное. Вот это вот матушке отдать, семена. Нет. Морковные. А, куда, кто возьмет? Матушке отдать. Семена. Семена морковные. Матушка. А, это как-то задействовал, там Володя Пенкин был. Знаете, Тихонович? Ну это туда. Знаете, Тихонович, а вы не помните, кому сказали вот это? Никому, хоть кому. А, ну все, обратно. Вот это туда дом, туда не надо, они все это презирают. Это что, тогда туда, что ли? Ну, себе, да, ребятам, да, нет, куда угодно. Ну, пока-то туда. А один. А там-то разберем. Там их, нет, у нас туда. Было штук 40 туда. Таких. Почему это яблоко? Так, это что? Это к нам в дом. К нам в дом это. Вам, да? Ага. Я думаю, это здесь. Ну, остальное ты сам видишь, что тут такое. Манка здесь. А, ты сейчас сюда хочешь зайти? Мы не взяли этой компоту. А так говорят, а где компот? Ну, в лагере вот. Разглядели. А? В лагере же так, это что там, мне еще нет? Ну, здесь, на лабазе. Давай. Ну, туда пусть только, здесь. Ну, давай. Нет, я хотел спросить, муку-то всю в дом или в лабаз поднимать? Да в лабаз, лабаз. Туда только муку и вон то, что есть. А вот это все сразу где-то скидывайте здесь. Вернетесь оттуда и понес... сразу отдать кому. Ничего кто будет? Поняла. Да. Оно вам мешать будет возить, надо наоборот выкинуть сюда, чтобы оно подождало. Ну, тогда давайте-ка. Здесь, положи все. Сколько ты? 4 штуки. Кто будет проходить, будем раздавать. Ничего не будет, пусть стоит. Кто пойдет, предлагайте. А вот это, я буду распоряжаться этими галушками. А это дорогие галушки. Наверное. Теперь вот это надо снимать. Нынче мне дают масло-то. Мне кажется, это... Больше дали, чем это. Сюда, сюда, курки нам, туда и, вот, которые эти, это сказать, масло ставит правильно, вертикально. А мы наложили на бок и потекло. Потекло там, где женщины раздеваются. Ну еще, кормить нас надо. Ее отпустить, сейчас покормить, пусть она отдохнет. Часа полтора поспит. Так, ну что дальше делать? Машину туда подъезжай, я буду разгружать. Там что-то с нее будешь продукты брать? Ну посмотрим. Ну возьми. Да может и не буду. Я все. Сейчас подойду. Ладно. И вот все это забрать. Забери сразу. Ценные вещи. А это тут что-то Надежде Васильевне больше сейчас. Да, там подписано. Сейчас закрою. Такая интересная машина. Помни, кубик, кубик. Да. Ну ладно, слава Богу за все. Аллилуйя.